Галоконцертом и награждением победителей в Центре досуга и кино «Октябрь» завершился 5-й открытый городской музыкальный фестиваль «Ребята с нашего двора». Этому событию предшествовал состязательный этап, состоявшийся на малой сцене Шадринского драматического театра, где компетентное жюри оценивало участников, представлявших по две песни. Учреждали мероприятие праздничное агентство «Ньютон», Комитет по молодежной политике администрации города и телеканал «Шадр-Инфо». Главный вдохновитель фестиваля и по совместительству его ведущий Денис Васильев не скрывал огорчения по поводу того, что не удалось в должной степени привлечь категорию участников, прямо заявленную в названии, то есть простых, неподготовленных специальным образом ребят из шадринских дворов. Исходя из названия фестиваля, можно уже сказать, да, что он во дворе поет под гитару для своих сверстников. Именно во дворе, вот ребята с нашего двора, таких людей действительно единицы. В основном все равно люди, которые занимаются педагогами, у которых есть предпосылки к занятию именно профессиональной музыкой. И тем не менее, стремление к хорошему уровню ряда исполнителей не могло остаться незамеченным. Сделай глоток крепкого чая, пусть огонек свечи отражение блеснет в глазах, просто молчи. Я уже знаю, что скажешь ты мне, прости за мои земные желания. Из тех, кто принимал участие в фестивале «Ребята с нашего двора», мне, конечно же, очень понравилось коллектив и отдельные исполнители под руководством Оксаны Геннадьевны Сычуговой, это вокальная группа «Вот так». Но и есть такие исполнители, имена которых я раскрывать не буду, которых я с удовольствием хотел бы привлечь к работе в праздничном агентстве «Ньютон». Дипломы фестиваля, а также призы от спонсоров вручали директор телеканала «Шадр-Инфо» Артем Кириенко и ведущий Денис Васильев. Лауреат 3-й степени Эльза Фидлер. Также Эльза получает эксклюзивный диск с видео отборочного тура фестиваля «Ребята с нашего двора» и подарочный сертификат от фотоагентства Zoom на шикарную фотосессию. Лауреат 2-й степени, а также обладательницей сертификата на запись музыкальной композиции в студии праздничного агентства «Ньютон» становится Снежана Кучки Льдина. Ваши аплодисменты, нескончаемые овации! Спасибо! Лауреат 1-й степени, а также сертификат на съемку собственного видеоклипа. Обладательницей лауреата 1-й степени становится Елизавета Клюшина! Сами же участники, независимо от возраста, вместе с близкими выражали полное удовлетворение результатом, а также желание выступить в подобном песенном состязании еще раз. Да, очень мне понравилось. Я довольна нашим выступлением. Мама говорит, что мы хорошо выступили. И руководитель нас тоже рад. Сегодняшний гала-концерт. Так она меня все время впечатляет. Умница. Победительница фестиваля Елизавета Клюшина продемонстрировала не только ответственный подход к выбору материала и отличные вокальные данные, но и твердое понимание смысла своей творческой задачи. Безусловно, когда выбираешь песню, хочешь достучаться до зрителей, что-то им сказать, какую-то информацию донести. И должен быть смысл. Смысл в песне, и чтобы... Самое главное для певца, наверное, для артиста, который играет на сцене, чтобы его поняли. И если вы поняли смысл песни, то я очень рада.